Опа, сейчас переведу. Реакции, детка. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Берни Сандерс, да, Берни Сандерс-младший. Добро пожаловать на канал, я делаю реакции, я делаю влоги, и вообще я могу делать все, что угодно. Все, что понадобится, чтобы добраться до вершины. Мой друг-ютубер Филипп Барнетт, он предложил мне послушать одного парня. D-mash? D-mash? D-nice? Now D-nice. Do you mean Denise? Мне было предложено сделать реакцию на видео, где он поет. И, кстати говоря, большое спасибо моему другу Филиппу Барнетту. Он человек, который больше всего меня поддерживает. Очень добрый и очень крутой чувак. Когда-нибудь мы сделаем коллаборацию, и это будет круто. Окей, мы начинаем. Мы сделаем реакцию на это видео. Что это такое? Вот это называется контроль, ребята, в плане пения. Боже мой. Мягко, как шелк. Ёшки-матрёшки. Боже мой. Ребята, уделите этому каналу несколько секунд вашего времени и нажмите на подписаться. Он еще и шоумен. Amazing. Он, Берни сам играет на гитаре и, наверное, поет, я не знаю. Это сильно впечатляет, не буду вам врать. Dang! Damn! That shit good! Wow. Yes. Wow.
Дамы и господа, это было очень хорошо. Его контроль голоса буквально не из этого мира. Никогда раньше не слышал об этом парне. И очевидно, что я сильно впечатлен. Ну, наверняка я тоже могу так петь. Давайте я попробую. Вот моя лучшая имитация. Мне сказали, что до свадьбы моя прическа заживет. И я склонен этому верить. Всем пока.